Сахалинский следком предъявил обвинение матери из Красногорска, чьи трое детей погибли при пожаре. Женщину обвинили в неумышленном причинении смерти. По версии следствия, возгорание случилось из-за ее недосмотра. Она может лишиться свободы на срок до 4 лет. По ходатайству следователя в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту халатных действий со стороны должностных лиц органов системы профилактики Тамаринского района. В рамках расследования данного уголовного дела председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». Напомню, пожар в Красногорске случился 9 марта. Всего в семье было 6 малышей. Трое еще до трагедии попали в детский дом. Двоих из них уже усыновили. Погибшим было от 1 до 4 лет.